Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас четвертый наш роллинг. Честно говорю, я подзаебался нажать на эти клавиши, но досниму все-таки для того, чтобы была четвертая акция. Достали мы всякой хрени до хренища на предыдущих 600к. Сейчас мы быстренько паролим. Попробуем еще достать третьи карты. Если вы пересмотрели полностью все видосы, вы знаете, что карты падают очень хреново. Третий именно. Так, сундучок. В ускоренном режиме фармим до 650. Конечно, сразу заметно очень порезали дроп, но вся надежда на сундучки. Так. Блин, первые карты дают налево-направо. С третьими полная лажа. Надеюсь, ребята, вы внимательно смотрите за моим каналом и смотрите акции, которые идут. Вау, сразу третья карта. Через пару дней будет, я постараюсь так выпустить уже этот видос четвертый. Через пару дней будет заканчиваться акция с Некросом. Вольта мы уже должны будем там определить победителя. Останется только вопрос по Некросу, поэтому ищите видос там, где идет акция с Некросом, конкурс, делайте все условия и, возможно, вам повезет. Ссылочка будет под этим видосом отдельно. На стриме тоже есть ссылки, когда я играю. Вот спами тоже можете смотреть. Если вы внимательны, то вы, в принципе, все увидите. Ну, я надеюсь, к тому времени вы уже будете знать, что идет не одна акция, а несколько. Так, окей, отлично. Поэтому все, что от вас надо, лайк, репост, коммент и удача. Так, почти 50к, у нас уже первая. Троечка есть. Конечно, ресурсов я уже нафармил, наверное, до Нового года, если не больше. Можно все, что хочешь, перекачать, прокачать. В принципе, так и должно быть на топовом аккаунте. Так, перейти. Давай, давай, рандомчик, соберись. Вот у нас будет куча плюшек на открытие, куча роллингов, всякого хлама. Посмотрим, какие все-таки шансы на сборки героев по осколкам сундуков. То есть вариантов очень много, пишите это в комментах к видосам. Я читаю, стараюсь в основном читать комменты. Отвечать могу не отвечать, потому что и времени нет, и бывают тупые комменты. Поэтому читать я читаю, выборочно отвечаю. Кому надо, тот в принципе на стримах может узнать все, что ему необходимо, либо по видео.
контента, думаю, для вас хватает. Видите разные сборки, разные прокачки, разные варианты. Так, окей. Блин, ну плохо падают, конечно, карты. Я в шоке. Насколько все печально стало. И здесь порезали в два раза. Наверное, посмотрели предыдущий видос и решили урезать в два раза в надежде, что никто играть не будет. Все равно это лучше, чем ничего. Так. Окей, побежали дальше. Ту-ту-ту-ту-ту. Да, это, конечно, жесть полная. Сколько всего сыпет с какой-то акции. Я бы не сказал, что как бы акция там мега-мега крутая. В нее могут играть, в принципе, все игроки. Кто копит самоцветы. То есть тут плюшек, я думаю, более чем достаточно. Вы ни в какой акции на трату не получите такие плюшки, как здесь. А если вам еще и повезет, то вы можете еще нормально понавыбивать себе топовых плюх. Так, в особенности вот, из-за чего в эту акцию все играют, это кулаки. По крайней мере, я играю в нее из-за кулаков, потому что здесь они получаются там в десятки раз дешевле, чем собирать их роллингами, что я делал раньше. Там, блин, ролишь по 200-300 тысяч ради того, чтобы получить 10, каких 10, 6-7к кулаков. Тут себе за 200 можешь 50к получить, кучу плюшек и не париться над этим всем. Так, есть. Ну давай, рандомщик, карту, надо карта. Нужна карта. Два сундучка. Сундучки, конечно, я не знаю. Просто жесть, сколько их падает. Я открывал там, не помню, 100 с лишним штук. Кто смотрел, там реально офигенные призы падают. Ну, я имею в виду для прокачки, для аккаунта, для прокачки. Я на китайке тоже играю в эту акцию. Я вообще о ней узнал с китайки уже через несколько дней она появилась у нас. Так, есть. Есть, есть, есть. Поехали дальше. Не сюда. Случайно я уже, ребята, второй час ролю, поэтому могу тупить. Поэтому, ну, ограничение сутки. Я стараюсь успеть сделать все. Пришлось все забросить. Чисто ради акции. Ну и скоро, соответственно, мы после этого видоса будем разыгрывать уже основной розыгрыш, там, где вы сможете получить некроса. Надеюсь, повезет человеку, которому действительно он нужен, а не кому там твинку. Я к этому тоже буду как бы серьезно относиться, потому что если я вижу, что реально левый аккаунт там, либо нарушены правила частично, я выберу другого победителя. И будет у нас другой счастливчик. Бомбить можете, там не бомбить.
чисто везение и рандом. Так, еще кулачки. Ну давай карты. Где карты? Надо карты, чтобы их потом пооткрывать. Многим понравились карты. Правда, там, конечно, награды были. Не очень, ну. Интересно, что будет в следующей обнове. Документы выхода этого видео уже обнова будет. Мне очень интересно. Сейчас, что будет перед этим. Так, 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 еще 70 тысяч. Ролить, конечно, блин, не настолько неудобно, но ничего не поделаешь. Медленно, медленно сделай бы тут роллинг по 10 тысяч, там больше наград давали бы, блин, а так рандом-то не особо, а награды одни и те же, а приходится в пару раз больше щелкать. Палец уже устал за 2 часа с половиной. Реально устал. Так. 2 часа ночи, а ты сидишь, блин, тут акции пилишь. Вместо того, чтобы спать. Так, давай, давай, давай. Дай карту еще. В предыдущем разе мы 3 карты достали. Тут только 1. Ну, кто смотрел предыдущее открытие на миллион, там, конечно, жестко было все. Я не знаю, почему такой рандомчик стал. Ну, я, в принципе, догадываюсь. Так, 1-я карта. Еще 2 карты. Я чувствую, эти ящики, это все будет сегодня сниться. Окей. Опять не туда зашел, уже начинаю тупить. Так, еще немножко, еще чуть-чуть, еще каких-то 40к. Так, ну, 39. Блин, карту не дают, сволочь, этот рандом. Наверное, со всего больше интересно карты пооткрывать. Их 864, этих уже 6. Давай, давай, давай. Уже и спать охота, блин. Ну, пока держусь из-за интереса. Так. Окей, забрать. Ну, как видите, где-то от косарика.
до 2-3-4 косарей блоков можно забирать. Ну и сундуки, там в сундуках тоже по 5к. Думаю, у нас 1050 должно быть за счет сундуков. Окей. Ух, 23к осталось. Где-то 4 заходика. Радует, что хотя бы сундуки не порезали дроп. Потому что все остальное очень заметно, как порезали. Так. Осталось 12к еще. Ух, блин. Рука уже в ауте просто. Так, еще два раза. Мы уже на финишной прямой. Отлично. Окей. Забираем. Так, ну, смотрим плюшки наши, что нам упало. Самому интересно, сколько чего уже у нас есть. Так, 2700. Уже почти, видите, даже нам не хватило походу. 196 тысяч, тут уже тоже меньше стало. Так, еще добавили сороковочку по камням, думаю, 4600 неплохо. 380 штук достали. Отлично, просто. Так, что у нас еще интересное такое есть? Все неинтересно. Ну, вот эти подкопились, как раз на разок нам еще будет. Так, ящики рун. Так, 6 карт, 871 карта здесь, уже 122 сундучка. Думаю, до 150, возможно, добьем. Это будет неплохо. Так, ну тут дальше у нас расходники опять пошли, 107 сумочек, неплохо. Думаю, Рибит выйдет на первое место по осколкам. 2500 яиц, 4400, 7269. Я не знаю, сможем ли мы здесь всех героев собрать. Вольта, дракона, Арктику, думаю, сможем. Сундуки осколков тоже. Ну, они похуже, конечно. Ну, и это топово, их не дают тут. Все. Акция будет на Талантик. Либо, опять же, все-таки решил повторное исцеление, воодушевление. Топовый талант для тыквы. Многим он нужен. Не только для тыквы, для других героев. Там, воодушевление, например. То есть, я считаю, это два из таких сейчас хороших талантов. Возможно, будет грубая сила, либо железная воля. Тоже такой вариант будет рассматриваться. То есть, можно, давайте даже так, 4 талантика будет. То есть, любой на выбор, какой там будет, мы вам затащим его на аккаунт. Условия все те же. Подписывайтесь, ставите лайк, делаете репостик, оставляете коммент и... надеетесь на удачу. Этот видос у нас будет, насколько я помню, четвертым. Он будет уже
перед розыгрышем, если не ошибаюсь, Некроса, поэтому... Или нет? Я уже, честно говоря, ребята, не помню. Посмотрим. Следите за новостями на канале, потому что у меня уже башка не варит. Я реально уже отключаюсь, но надо все-таки доролить. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики, комменты и все, что хотите. Всем пока!